Хочу вам показать такие вот многоразовые спонжи для снятия макияжа. Я их использую для ежедневного снятия макияжа. Снимаю макияж с лица, с глаз. Там также финишно прохожусь. Не хлопковые, очень нежные, приятные к телу. Оставлю здесь ссылочку на видео, как я снимаю макияж такими спонжиками. А сегодня я вам покажу, как связать вот такой вот спонж. Нам понадобится хлопок, любой, какой вам нравится, любого производителя. Крючок. И это видео, смотрите. Вы сможете связать очень много вот таких вот хлопковых спонжиков. Для вязания вам понадобится хлопок, крючок у меня номер 4 и ножницы, чтобы обрезать нить. Делаю волшебное кольцо амигуруми. Рабочую нить ложу сверху. И захватываю крючком. Провязываю 2 воздушные петли. Далее делаю накид на крючок. И провязываю столбик с одним накидом. Кольцо набираю 11 столбиков с одним накидом. Схему для вязания хлопкового спонжа оставлю ссылочку под этим видео. Связала 11 столбиков с одним накидом. Перед этим было 2 воздушные петли. Пересчитываю, затягиваю кольцо, стягиваю его туго. И сейчас буду переходить на новый ряд. Еще раз все пересчитываю, чтобы было у меня в круге 12 столбиков. Завожу крючок с обратной стороны. Рабочую нить вывожу на обратную сторону. Немножко вытягиваю петлю. И смотрите, как я обвожу эту петлю вокруг нашего круга. И теперь затягиваю эту петлю туго. Все, первый ряд связан. Перехожу к вязанию второго ряда, делаю накид на крючок и в соседнюю петельку провязываю вот такой вот столбик. Далее делаю накид на крючок и провязываю сюда столбик с одним накидом. Далее в каждую петельку делаю прибавление по 2 столбика с одним накидом.
Shadows play a trick on my eyes. Creatures in my bedroom at night. Lately I have not been sleeping fine. I can't get no peace of mind. Though I could be better than I've ever been. Got friends, a family and a place to stay. Though I should be better than ever when I see my loved ones every day. I know for every laugh we share today, there'll be a teardrop later on. Довязывает до конца второй ряд. Там, где мы соединяли первый в эту перемычку, делаю два, вяжу два столбика с одним накидом. Первый. Второй. Во втором ряду у нас по схеме 24 столбика с одним накидом. Второй ряд закончен. Сейчас переходим к вязанию третьего ряда. Вот сюда будем заводить крючок, только с обратной стороны. Протягиваю петлю, вывожу ее сзади. И снова продеваю через весь круг. Затягивая ее туго. Провязано два ряда. Переходим к вязанию третьего ряда. Третий ряд. Снова делаю накид на крючок. Соседнюю петельку завожу рабочую нить и провязываю следующую. Буду делать прибавку. В этом ряду вяжем один столбик с накидом и прибавка. Вяжите так до конца ряда. Встретимся в конце вот здесь. Довязала я до конца ряда, делаю один столбик с одним накидом. Далее вот в эту перемычку, где я соединяла, делаю прибавку. Первый столбик. Второй. Далее аккуратно соединяю ряды, перевожу петлю на обратную сторону снова. Продеваю ее через круг и туго затягиваю нить. Напомню, что схему вязания спонжа я оставлю в описании под данным видео. Перехожу к вязанию следующего ряда. Первую петлю делаю прибавку. Провязала прибавку,
Далее один столбик с одним накидом. Далее также один столбик с одним накидом. Далее прибавка. Два столбика с одним накидом, одну петлю. Так вяжите до конца ряда. Два, два и снова два. Встречаемся в конце. Довязала я почти до конца ряда. В эту петлю у меня прибавка. Далее по одному столбику с одним накидом. Один и два. Сюда в перемычку, где делали соединение. Все, спонж для умывания я связала. Сейчас соединяю ряды и обрежу нить. Там было немного туго. Еще раз. Делаю соединительный столбик. Все, продеваю рабочую нить сквозь петлю. Вытягиваю рабочую нить. И сейчас ее обрежу. Все готово. Спонж большой. Идеально. Это место соединения рядов. Теперь беру крючок и прячу ниточки. Также эту нить буду прятать. В конце обрежу. Надеюсь, это видео было вам полезно. Вы свяжете много таких спонжев и будете беречь ресурсы нашей планеты. Ведь их можно использовать много раз, после использования стирать. Если у вас остались вопросы, задавайте в комментарии под этим видео. Мне будут приятны ваши лайки. Также, если вы подпишетесь на мой канал. Он получился таким мягким, приятным. Напоминаю, хлопок можете брать любой, абсолютно, какой вам нравится.